Хейл, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Соль и Святилище. Так, нам нужно, короче, с вами найти телепортик. Телепортик, который меняет пространство вверх ногами. Я не помню точно где, но мы с вами его находили. Вот проблема вот в том, что я не помню где. Мы его находили. Где мы его находили? Кажись, там мы его находили. Мне туда все равно сейчас придется идти. Блин, где я его нашел? Короче, если, ребята, я не найду в этой серии, где он, я посмотрю запись. Попытаюсь найти. Ух. Хотя бы не так сильно. Давай я на тебя не смотрю, не боюсь. Дурачок. Да, вот это место, кажется. Да, ведьмы. Жизнь это оно. О, я здесь вообще даже не был. Биты. Предмет только можно подобрать, когда полностью кукла упадет. Так, кажись... Воу! Вот скажите, как против такого можно сражаться? Он же нечестный. Так, здесь я еще точно не был. Ах ты ж, зараз, закрыто! А мне плевать на твои яды, если что, я отхилюсь от ядов. Так, давай сначала так. Отлично. Ага, значит так, да? Хорошо, это место мы проверили. Здесь да что-то есть. Теперь мне нужно вернуться. Забрать свои старые души. А это делается таким образом. Кольцо это что? Повышает волю. Так, где моя на поиска духа? Так, количество соли. Соль, соль, соль. Вдвое замедляет процесс, повышает ловкость, показывает энергию, не может открыть ниже третьей. Так, восстанавливает, показывает местонахождение потерянной соли. Отлично. Сюда. Готово. Так, колокольчик. Используем. Уходим. Пилимся. Так, сделать подношение. Повысить уровень, да. Древо навыков. Прокачиваем конячку. Да, да, готово. Кольцо меняем обратно, ставим. Все готово, отлично. Плюс я апнулся. Просто все ништяк. Спасибо. Ну, это все было задумано именно так. Мне как раз именно сюда и нужно было, на самом-то деле. Ну, душа проклятой. Не. Обычный клочок. Ух.
Воу-воу-воу. Давайте вы меня трогать не будете. Так, ну эту дверь я открыл. Значит, с той стороны где-то есть проход туда, куда мне нужно. Логично? Логично. Мне нужна тогда способность вверх ногами. А вот... Так, пу-пу-пу-пум. Освещать пространство вокруг... вокруг владельца. Так, что мне стоит? Повышает количество соли получаемую. Повышает силу. Повышает волю. И вот этот свет повышает выносливость. Ха, ну так, да, значит... Давайте я заменю, наверное, вот это колечко на вот это. Так, ладно, поехали. Поехали, поехали. Хорошо, значит, в эту сторону мне не пойти. Мне интересно, насколько этот огонек хороший. Сколько этот огонек хороший. Ох. Да, хп отнимает достаточно много. Здесь нужно запоминать нужно было. Черт. Тварь. Не резанул бы он мне, блин. Долетел бы. А, сейчас посмотрим насчет света. Здесь ладно, довольно легко. Все довольно просто и легко. Так, это я куда пру? Я понял. Все, я ухожу отсюда. Да, мне не нужно. Куда мне не нужно? Мне нужно немножко повыше. Мне нужно вот сюда. Интересно, знают они, как, что они меня бесят? Можешь забить на соль, хотя мне все равно туда идти. На самом деле, если фармиться... То фармит... Чего? А почему она такая жесткая? Ты ж чел. А почему вы такие жесткие? Неужели это из-за света на моей голове? А ну, ваншот чё? А, прикольно. Окей. Допустим. Ваншочу. Причина. Понятно. Аев.
Девчан. Теперь подумаем, да? Как отсюда выбираться, не сдыхая. Как мне это провернуть дело? Я не знаю. Я не знаю. Я просто умираю. Но я точно знаю, где враги. А, я понял. Я думаю, что-то я хилю слабо. А где Урон? Алло, камон. А где Урон? А ну-ка, давайте... Блять, что... К силе, да, дает вот это у меня колечко? Какое? Вот это. Короче, нужно это кольцо будет снять, заменить его на что-то другое. Не, убивай хорошо, спять. Но я не вижу, что я ваншочу. Я действительно вот это вот не вижу. Фактора. Ладно, пьем водицу. И пытаемся на этот раз спуститься осторожно. Насколько это возможно, конечно. Их его знает. Насколько это возможно. Шарели вот. А, полетели. Why? Why I did? Why? What is it? То есть, там я прыгаю хер со скольки, но не умираю. И здесь, видите ли, я немножко упал и сразу вздыхаю. Великолепно. Просто замечательно. Просто GG. Может, типа нельзя об эти черные скалы врезаться? Я бы так и сказали. Здесь же я могу. Здесь я цепляюсь и нормально. Допустим. Что?
Что? Это как понимать? Осознание того факта, что я сейчас поднимусь наверх, и я там сдохну. Ну, попробуем. Что происходит? Прикидывай, так можно было на босса прийти. Народ, просто ломай игру. Замечу, что я жив. Так, стоять. Ну, чтоб не подохнуть. Народ, ну вы понимаете, да? Что сейчас происходит? А ну. Не, я лучше обратно пойду. Кайф. Боже, что происходит? Я просто сломал игру. Блин, а прикиньте, если бы я смог сейчас выбраться наружу. В таком состоянии. Мне кажется, это было бы изи. Так, ладно, выпью. Выпьем, выпьем за любовь. Выпьем, выпьем за любовь. Если ко мне пойдут, я их убью. Нужно подождать, чтобы никого не было. Так, кажется, никого нет. Ну, вы просто немножко сами понимаете, да, что произошло сейчас. Я вышел за границу, куда, по сути, не должен был идти. Окей. Так, теперь нужно понимать, в как... Куда вообще с таким состоянием нужно идти было? Я просто не понимаю. Куда я должен был идти дальше? Окей, допустим, сюда. Представим. Я выпиваю. Ну там босс. Ай. Так, снова же выпиваю. И все.
Вверху, но я не думаю, что там что-то будет. Ладно, выпиваем, полетели. Да куда-то я так и приду. Слушайте. Да куда-то, да так и приду. Да уж. Так, выпиваем. Так. И что дальше? И все. Я в тупике. Нет. Та-да. Нет, та-да. О, а я так могу наружу выйти. Фига себе. Ну, это читерством воняет. Даже не немного. Ха. Класс. Ладно, колокольчик. Если я буду в таком же состоянии, так будет хорошо. Блин, ладно. Ладно, давайте в этой игре, ну, в этой серии поломаем немного игру. Так, пускай агрится на нас. Так, готово. Так, хилюсь. А зачем вот это? Я понять сам просто по себе не могу. И куда мне нужно было им воспользоваться? По сути, здесь больше некуда идти с ним. Там, где рычаг, но это не вариант. Где рычаг, это не вариант. А, ладно. Ой, бля. Короче, не понимаю. Я просто не могу понять, что мне делать. Давайте по... Блин, смысл. Ну, пойду я, допустим, сюда. Вот, окей. И, ну что дальше? Ну, здесь ничего нету. Я найти тут ничего не смогу. Через красную херь эту я тоже не пройду. Ой, короче. Если что, скорее всего, вы эту серию не увидите. Скорее всего. А давайте тогда просто похожу, здесь поброжу. На душе мне тоже как-то все равно. Да. Да, все как-то так. А не. А давайте, знаете, что сделаем? Я пойду в самый низ. Я схожу в самый низ. Я упаду. Без урона замечу. Я договорился. Ух, ну нафиг вас. Дилетанты.
Элита. Вот куда мне нужно было прийти. Дилетанты. Не, только знаете, вопрос заключается в том, как я должен был туда прийти. Вот в чем мой вопрос. А, окей, давайте наоборот попробуем. Да, именно туда пойти. Вот, отлично. И по сути я прибыл туда, где мне нужно было, да? Ну короче, ладно, тогда эта серия остается. Так уж и быть, я сумел. Теперь нам только остается подняться наверх. Желательно не умираем. На самом деле, головоломка вот эта достаточно сложна для меня. Во-первых, нужно было закрыть, чтобы оттуда выбраться нельзя было. Это просто жопа. Так, минус. Так, все. Наверх. К выходу. Класс, я не туда еще пришел. Well. Пригорает ли у меня? Ага. Мы открыли дверь. Но я туда попасть не могу. Из-за того, что я не могу найти проход туда. Very nice. Ага, все нашел. Надеюсь, это она. Ага, она. Аж два раза она. Окей, погнали сюда. Блин. Отлично. Вон мой проход, наконец-то. Давай, тебя тоже грохну. О, я могу брать, пока оно летит. Отлично. Так, сюда, да я открыл проход. Нет. Вот черт. Лады. Тогда на маночку берем. Пытаюсь теперь понять, где я открыл, где у меня было открыто. Вот и оно. Неужели? А, Каев. Что-то пошло не так. И черт. Так, а теперь у меня главный вопрос. А где ебучая кукла? Ай, бля.
Да, я с вами точно сгорю. Утонувшие идолы! Наконец-то! 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 Ого-го! Все, ребята. Здесь останавливаемся. Найдем кузнеца, делаем оружие и все, ГГ. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.